Какие цветы в горшочках с землей держать в доме? Алоэ или хризантемы, например? Алоэ хорошо, мандарин к деньгам, алоэ очень хорошо денежное дерево, знаете, толстянка. Только очень хорошо пальмочку фиговую. Дальше плохо дома держать бамбук, плохо дома держать орхидеи. Алоэ дома очень хорошо. Алоэ вообще растение Бога. Вы, наверное, помните о Мирабалане, который приготовил Будда и который держал в левой руке. Так вот, в составе этой амриты находится алоэ. То есть, если изучать Лхандхапс или Вридурьянбо, ну, особенно если это в хороших переводах не Дагмаева, не Бадмаева, вернее, а там Санджея Джамцо, то там вот одно из основных растений, таких ключевых растений, которое лечит все заболевания слизи, все заболевания желудка, и все заболевания луковицы 12, и при пониженном, и при повышенной кислотности, это алоэ. А воспаления все, то родыч алоэ, это каланхоэ. И вот считается, что алоэ, когда начали исследовать алоэ, то оказалось, что алоэ имеет определенное качество. В нем находится витамин В1 и В6 в большом количестве. А именно эти витамины, они являются ключевыми при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.